У нас местный Бродвей Коканский на улице Стыков. Тут очень много магазинчиков. Маленьких магазинчиков. Сейчас пройдемся вдоль, посмотрим. Называемый Коканский Бродвей. Вот слева и справа магазинчики. Достопримечательность Коканда – это свистящий, шумящий ветер, который здесь практически постоянно. Вся улица утыкана такими магазинчиками. Samsung, Huawei. Дальше пройдемся, посмотрим, что здесь интересного есть. В принципе, так вот где-то километра, может быть, полтора километра. Сегодня солнечно, но чувствуется все равно прохладный ветер. Немножко температура упала. Так вот, небольшой получился видеорепортаж.